Как вы знаете, для строительства зданий, сооружений, мостов, дорог, используется гранит. Сегодня мы выясним, как добывают гранит. Итак, как это сделано, добыча гранита? Переместимся в замечательную страну Бангладеш, где гранит добывают под землей, шахтным способом. Главный инженер дает старт работ. Руководители подразделений ставят задачу на рабочий день и рассказывают, как и что необходимо сделать. Наладчики проводят ремонт. Руководители проводят короткое совещание для согласования работ в течение дня. Проводит инструктаж по технике безопасности. Люди переодеваются в рабочую спецодежду. Берут фонари и средства связи. Это место ожидания для спуска в шахту. Специальный лифт, называется клеть, свозит людей под землю. Оператор запускает подъемную машину. И клеть едет под землю. Здесь люди расходятся по рабочим местам. В это время на поверхности энергетик дает команду на запуск резервного генератора. Это талисман электриков. Запуск резервного генератора 1250 кВт. После подачи электричества происходит запуск всего жизненно важного для шахты оборудования. Наладка и работа компрессорных установок. Сжатый воздух используется для работы различного пневмооборудования. Это градирни. Они используются для водяного охлаждения компрессорных установок. Включение в работу главной вентиляционной установки. С помощью этих вентиляторов проветривается подземное пространство. Снова переместимся под землю.
Сейчас мы видим, как подземный экскаватор очищает забой от взорванной горной массы. Затем Марк Шейдер задает направление для точной проходки выработки. Следующий этап — бурения забоя. Зарядка взрывчатки в отбуренные шпуры. Взрыв. Таким способом происходит подземное строительство шахты. После того, как выработки построили, делает бурение глубоких скважин. Затем зарядка скважин взрывчаткой. Взрыв. Таким способом делает выемку гранита и дробление. Теперь гранит грузится в вагоны. Затем вагоны разгружаются на специальном вагонном опрокидывателе. Гранит дополнительно дробится. И грузится дозирующим устройством в скип, емкость, с помощью которого камень выдается на поверхность. Переместимся на поверхность. Это скиповый копер. Здесь скип разгружается в емкость, приемный бункер. Оператор управляет процессом. Следующий этап – это сортировка гранита. Здесь отсеивается самый крупный камень. Камень меньшего размера перемещается по конвейерной ленте на следующий этап. Это щелковая дробилка. Здесь камень размалывается и делается меньшего размера. Снова сортировка. С помощью вибрационного грохота гранит просеивается, промывается и сортируется. Теперь по конвейерной ленте камень перемещается на склад.
разного размера гранит складывается на разные склады продукции. Марк Шейдер с помощью прибора замеряет количество камня на терриконе. Здесь мы видим, как грузовые машины приехали для погрузки гранита. Погрузка в самосвал. Затем гранит перевозят на место строительства. Строятся красивые крепкие сооружения. Огромная благодарность всем, кто принимал участие в изготовлении этого видео.